Ирина – победитель по истории и призер по 7 предметам. Русский, английский и французский языки, литература, обществознание, биология и физическая культура. Сегодня мы подводим на базе общеобразовательного лицея АМТЭК результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Надо сказать, что награждаем мы победителей здесь. У нас их 116 человек по 21 предмету. Это те ребята, которые будут представлять нас на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в городе Вологде, которая часть будет предметов проходить, часть в городе Череповце. Традиционно Череповец выглядит очень достойно и на муниципальном этапе, и на региональном, и на всероссийском этапе. Количество детей, которые принимают участие во всех этапах олимпиады, увеличиваются каждый год, и также увеличивается количество победителей и призеров. Ну и завтра наши ребята уже поедут в город Вологду для того, чтобы поучаствовать в олимпиаде по французскому языку. Больше всего у нас это русский язык, литература, история, обществознание, то есть наиболее такие предметы, которые массово выбираются, и ребята побеждают. По биологии очень у нас достойные результаты. И в этом году у нас есть ребята, которые, и вы сегодня увидите их, они не по одному результату имеют победители, а в нескольких олимпиадах. Дарья – победитель по 5 предметам. Химия, география, астрономия, английский язык, физика и призер по 4 предметам. Математика, русский язык, информатика и физическая культура. Думаю, что пока у меня есть возможности, я должна пробовать все, что могу, и использовать все возможности в разных сферах. Душа лежит, почему я пока что не знаю, и надеюсь осознать это в будущем. Именно поэтому пробую себя. Готовилась я не очень долго, на самом деле, на каникулах в основном осенних. На Звездный Олимп приглашаем Сухарева Игоря, учащегося 10 класса общеобразовательного лицея АМТЭК, обладателя 5 наград. Игорь – победитель по географии, призер по математике, истории, физике и физической культуре. Пришлось на осенних каникулах каждый день приходить в школу, часам к 10 сидеть, заниматься где-то, часа по 2. После этого приходилось еще на другие предметы ходить, но это уже отдельная история. Приходилось жертвовать своим временем очень сильно, но результат того стоит. Честно говоря, все предметы, которые я перечислил, это есть мои любимые, я поэтому в них участвовал. Я не могу назвать любимый предмет, потому что у меня по всем получается, поэтому они у меня все любимые такие. В будущем с чем свою жизнь хочешь связать? С физикой и математикой, скорее всего. Вообще в городе Череповце каждый год мы фиксируем увеличение числа, такое значительное увеличение числа ребят, которые являются победителями, участниками, конечно, но и победителями различного уровня, видов, олимпиад, фестивалей, конкурсов. Ну и, конечно, самый для нас знаковый – это результат побед на Всероссийской олимпиаде школьников. Здесь у нас все очень хорошо. Мы успешные, Череповец на фоне Вологодской области, Российской Федерации выглядит достаточно неплохо. Вот эта серьезная ваша заявка на успех должна в дальнейшем все-таки лечь в основу выбора вашей образовательной траектории, жизненного пути. Выбирайте любые вузы, поступайте в любые вузы. Хотелось бы сказать слова такого восхищения, благодарности. Знаете кому? Наверное, знаете. Да? Педагогам, нашим замечательным учителям, которые вас готовят. Правда? Не слышу реакции. Правильная реакция.